Всем привет, друзья! Посмотрите, что у нас сегодня творится. Сегодня суббота, 5 марта. Собрались сватать. Боже мой! У нас светопредставление. Семён еле едет с Челябинска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот пошла курей кормить. Сколько сугробов. Ой, как всегда отвлеклась. Короче, Семён еле-еле-еле едет. Дай бог, чтоб приехал с Челябинска. Дорогу вообще не видать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Саша с Ульяной не приедут. Потому что сегодня-завтра Ульяна работает. Ну и такая погода. Куда? В общем, мы ждем. Молимся за Семёна, чтоб приехал. А завтра утром ему домой надо опять, Челябинск. Часов 9. Он чё? Погода только ухудшается. Собираемся, ребята. Алло! Мам, Семён приехал только что. Идите потихонечку к цветочному магазину. Да, мы сейчас вот оделись, выходим. Цветы купим, но мы. Да. Давай. Чё, волнуешься? Я? Да, ты знаешь, как-то нет. Вот, спокойно как-то. Как-то спокойно. Ну, конечно, у нас же сын. Мне повезло больше, чем остальным водителям. Да? Потому что я... ехал один, и у меня машина была пустая. Легкая, да? Я поэтому всю дорогу 80 ехал почти. Ага. Выключите телевизор. Блин, я же выключал. Низ не выключил. А. Ну, выключай. Че, Семён, волнуешься? Я-то что волнуюсь? 3 недели назад волнительные были. А я вообще сейчас не волнуюсь. Так, камера подъезжает. А? А где мои часы? Вот до дома их нету? Какие? Какие золотишные. Не знаю все. Вот, они тебе как раз? Ну да. Только вот... Ну что ты мне в лицо-то прям суёшь? Так, поехали, все. Эти шапочки. Да какие конкурсы? Что ж за мы? Чё, из прошлого века, что ли? Никаких конкурсов, да? Да. Просила невеста, никаких конкурсов. Ну что, жених, зачем пришел? За невестой. За невестой? Да. За невестой. Смотри, к чему. А как зовут невесту-то? Настя. Настя? Или Анастасия? Покричи. Настя. О, громче так. Настя. Настя, выходи, Настя! Давай, пришли! Давай, слушай! Сейчас нарядят кого-нибудь. Ничего упасть бы. Где Настя-то, Настя? Не бери. Так, младшая сестра и просится сюда. Настя идет! Настя! Она у тебя охотник, что ли? Настя! А где, где? Подождите, я там забыл. С добычей ты, с добычей. Такая невеста хорошая. Добыча у нее, вот смотри. Медведя завалила. Ой, посмотри, красивая, статная. Одевать сильно не надо. Смотри, вот тратится. Вообще брюки одел, в лес пошла, принесла еды, нажарила. Да? Да? Ласковое да. Слово сказала! Ну-ка еще раз ласковым голосом, как назовешь жениха своего? Забыла! Ну ладно, не стесняйся, ну что ты стесняешься? Ну, милый, скажи, милый, скажи. Милый. Ну что, берем? Нет, не берем. Как не берем? А нет, 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 надо, ну, надо уходить. Надо, да. Ну да, мы пойдем. Куда я? Папа уже вот выбрал себе жену, а вот у нас вот не знаю, что. Может, у него вкус-то другой совсем, не знаю. Тата без очков была. Без очков? Так снимем очки, в чем проблема? Господи, что, что ей не нравится-то?
Длинноволосая. Длинноволосую надо. Да. Иди громче. Может, скромно? Настя, выходи, давай. В следующий раз тебя сосватаю. Следующим заходом мы придем. Кстати, Настя, без очков уже можешь выходить. Ничего. Слушай, опять с очками. Не такая большая. Очки сказали снять. Здравствуйте. Смотри, какая яркая. Прям вообще яркая-яркая. Да, там Дольче & Габбана. Даже книги читать. Скромная. Тата... Тата беспринципная была, это скромная. Чего берешь? Ну нам-то с принципами надо. С принципами. Посмотри, смотри, вот какие принципы. Нет, посмотри, здесь ничего нету. Чего? Куда там был хоть натолкать? А что, внука-то другие у него там представления-то? Не знаю. Не телефон же толкать туда. Ну что? Нет, нет. Почему? Нет. Ну почему? Ну какую надо-то? Ну всех выводите, посмотрим. Всех? Да. Ну не узнаете ли. У нашей невесты Настя, знаешь, сколько женихов? Всех уводит, всех женихов. Набрали. Вот, вот да. Мы-то свахи, знаешь, какие? Продвинутые. А мы без опасов живем. Ну что? Работящая, скромная. Диплом? Да. Диплом. Диплом есть? Ну все, тогда не наш вариант. До свидания. Ну какой надо-то? Надо кричить. Фармацевтический. Настя, выходи! Диплом, Настя! С дипломом неси, диплом тоже неси. Настя! Ой, такие у вас были, блин, параметры, я хоть подхожу. Это наша, это наша. Настя, просим у жениха. Подходит, подходит. Чем подходит-то, хоть скажи. Всем, и ростом, и глазами, и волосами. А то, что милая, да любимая. Любимая. А то у нас, Настя, женихов пополну. Не знаю, Настя, ты такой, что скажешь-то? Ну, хороший жених-то? Конечно. Конечно. Вот не мучает вообще тебя. Вот. Любит без ума. Да, ну что? Мама-то что скажет? Жалеет. Мама отдаст? Мама что скажет? Мама что скажет? Ну не знаю. Прям не знаю, давать или нет. Вечер долга. Еще может раздумай. Еще домой нужно летать. Да. Ну не знаю, Семен, ну проси еще раз руки. Может она передумала уже. А я принес? Да? Да. Я принес. Никому нас не отдал. Три невесты, знаешь, каких вот таких сватались, никому не отдал. Что принес-то? Не покажу. Ты хоть отдай. Ой, уже доброе утро. Вот посмотрите. Добрейшее. Что у нас тут творится? Ой-ой-ой-ой. Еще и тяжелый. Ключи взяли? А поцеловаться? Давай. Давай. Ой, с Богом. Богом. Давай, пока. Пока. Поехал мой сынок. Как он проедет, не знаю. Все, наверное, перейду-то, боже. Я даже за бельем не могу залезть. Курочек пойти надо хоть открыть. Ой, я не пролезу курам. Надо сапожище.